Привет, меня зовут Наталья Гурина, и сегодня мы с вами будем листать 11 каталог Oriflame, который действует со 2 августа по 21 августа. И что это за каталог? Это каталог с любовью к природе и заботой о себе. Начнем с вами. И что мы видим? Сразу нам представлен рубрикатор и пробник продуктов следующего каталога. Это Эклат, туалетная вода. Затем пробник крема лифтинга вокруг глаз Новей. И пробник новой матовой адаптивной тональной основы The One. Очень, я думаю, интересный продукт. Матовость – это то, чего мы всегда добиваемся. То, что нам необходимо, когда мы хотим, чтобы наше лицо не блестело. Особенно если вы снимаете видео, вам это будет необходимо, чтобы вы выглядели прекрасно. И дальше нам говорят о том, что лето все ближе, лето продолжается. И сразу же мы с вами видим акцию, которая говорит о том, что мы сейчас сотрудничаем с магазином IKEA, который нам сейчас готов подарить подарочные карты. Это 1000 подарочных карт. Смотрите, значит, это 300 карт с номиналом по 1000 рублей, 10 подарочных карт с номиналом 10 тысяч рублей. И главный приз – это подарочная карта номиналом 70 тысяч рублей. Что же нам необходимо сделать для того, чтобы получить одну из этих карт? Первое. Это сделать заказ из этого каталога на 500 рублей, приобрести продукции бренда Love Natural со страниц 6-23 1 августа по 21 августа. И я не оговорилась, почему с 1 августа, а до этого я говорила, что со 2 августа действует каталог, потому что каталог открывается уже в воскресенье. Второй шаг, который необходимо сделать, и обязательно нужно на это обратить внимание и не забыть ввести промокод акции. Потому что порой бывает, вы заказываете продукты, а промокод вводить забываете. Обратите на это внимание, если вы решили участвовать в этой акции. И третье – это стать обладателем одной из этих подарочных карт. Я думаю, это классное вообще предложение. Я люблю магазин IKEA. В нем очень интересные продукты, разнообразные, натуральные, поддерживают тоже так же природу, как и наша Love Naturals. Поэтому, я думаю, достойная акция, и в ней нужно поучаствовать. И продуктов-то купить всего-то не так много. А продукты этой линейки – это те, которые ухаживают за нашей кожей, волосами. И вместе с этим брендом заботятся о нашей красоте и о экологии в целом. Серия Love Naturals. И мы с вами можем видеть крема для душа и гели для душа. Вообще, смотрите, какая привлекательная цена. Всего 169 рублей за эти прекрасные гели для душа. И два геля, которые по 199 рублей. Я уже в предыдущем обзорчике рассказывала, что эти гели мы больше всего любим. И, видимо, не только мы, очень многие другие, потому что цена на него чуть-чуть дороже. Это именно гель с малиной и мятой, и клубникой, и лаймом. Это такие бодрящие гели, которые обладают отшелушивающим эффектом. Если вы хотите узнать более подробно, то я вам оставлю ссылочку, и вы посмотрите по ней этот обзорчик. Следующее, что нас встречает, это продолжение этой серии. Это, обратите внимание, какие у нас здесь представлены мыло, твердое и жидкое. Что то и другое является просто прекрасным, так как твердое мыло, оно не раскисает, его приятно держать в руке, и оно прекрасно очищает. Его очень удобно брать с собой в всякие поездки, особенно при полетах в самолетах, потому что там не разрешают перевозить много жидкостей. Об этом все прекрасно знают. И жидкое мыло. Точно так же. Я вообще его обожаю. Очень удобно им пользоваться. Я всегда, конечно, даю предпочтение более жидким вариантам, чем твердым. И везде прекрасный аромат. Очень такой загадочный.
и он наполняет воздух своим ароматом ванной комнаты и даже, я бы сказала, всей квартиры. Поэтому обратите внимание, к тому же отшелушивающее мыло с клубником и лайма, это в дополнение к тому гелю, всего за 69 рублей. Здесь не менее классные продукты. Это нежный крем-йогурт для тела, который увлажняет вашу кожу и не оставляет ее, оставляет ее нежной и мягкой. И скраб джем, это вообще, вот на него только посмотреть, это уже какое-то варенье, которое просто хочется скушать. Он содержит семена черной смородины и очищает и отшелушивает вашу кожу. Это, не знаю, я вот смотрю на него и хочется его просто съесть. Соседние страницы нам также представлены, лосьоны для тела, которые интенсивно увлажняют и разглаживают вашу кожу при помощи экстрактов магнолии и кунжутного масла. Малина и мята смягчает и заряжает энергией. И натуральная кокосовая вода и дыня увлажняет и придает тонус. Следующее нас встречают тальки для тела. Стоимостью 99 рублей, объемом 100 грамм. Это такие, в принципе, пузатые неплохие бутылочки. Я не знаю, кому как, я тальком не пользуюсь. Хотя, в принципе, в жару это, на мой взгляд, может быть незаменимой продукцией, когда вы насыпаете в обувь для того, чтобы ноги не так потели и не так сильно натирались. Ставьте свои комментарии, как вы его используете, для чего. Потому что я не приобретаю и не использую этот продукт. Это все продукция серии Love Naturals, которая участвует в акции с магазином IKEA. И видите, везде написано «надо брать», то есть делают акцент нам на том, что необходимо обратить внимание на эти продукты и поучаствовать в этой акции. Следующее, что мы видим, это шампуни. Шампуни прекрасные, шампуни великолепные. Они сейчас представлены объемом 250 мл по цене 199 рублей. И есть масло для сухих волос с пшеницей и кокосом. Так что обращайте внимание на эти продукты и покупайте. Также смотрите, здесь у нас не просто есть шампунь, а шампунь с кондиционером. Два в одном. И на этом нам заострили с вами внимание. На следующей странице мы с вами видим очищающие гели для умывания с органическим чайным деревом и лаймом. Дальше сужающие поры тоник для лица точно так же с чайным деревом и лаймом. Смягчающая мицеллярная вода, вообще прекрасное средство. Я иногда приобретаю, когда есть, стараюсь взять, может быть, плюс-минус где-то дополнительно, чтобы у меня была в запасе. Стоит, думаю, обратить внимание, потому что она идет по цене 219 рублей. Также идет тонизирующее очищающее средство для лица. Абрикосом и апельсином для любителей цитрусовых, я думаю, он вообще здорово подойдет. И обновляющий тоник для лица, также с абрикосом и апельсином. Это у нас все, обратите внимание, топовое предложение. То есть у нас идут самые выгодные предложения в начале каталога. Здесь, на этой страничке, на следующей, вообще прекрасные продукты. Я всегда стараюсь иметь их при себе. Вот здесь антибактериальное средство для лица с чайным деревом и лаймом. У меня, я его стараюсь иметь всегда где-то у себя в сумочке. Какая-то ранка, порез и так далее можно помазать. То есть у него вообще обширный такой спектр действия. Это можно помазать какие-либо прыщики, любые какие-либо воспаления. То есть он является антисептиком, а не является как заживляющим средством. То есть такое палочка-выручалочка. И есть же также такое же наподобие средства, только уже в твердом состоянии, в виде такой вот помадки, стика, да, которую можно брать с собой. А тут же нам представлен матирующий крем-флюид для лица с органическими чайным деревом и лаймом. То есть здесь эта серия именно вот такая вот на основе чайного дерева. Само чайное дерево по себе является очень заживляющим средством, очень полезным для кожи, и стоит на него обратить внимание. Также нам представлен маска-скраб для губ
2 в одном с мятой и лаймом. Я уже вам говорила, что я его не брала, но, может быть, как-нибудь я возьму его попробовать. И тонизирующий гель для лица с абрикосом и апельсином. На следующей страничке у нас такая очень легкая, очень нежная, очень воздушная серия на основе огурца. И мы видим, нам представлены продукты именно пошагово. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. То есть в первом шаге у нас это гелевый скраб, который очищает поры и деликатно удаляет роговевшие клетки, придавая коже гладкости сияния. А второй шаг – это маска, которая содержит глину. Она выводит загрязнение из кожи и контролирует жирный блеск на лице. И третий шаг – это легкий гель, альтернатива крему для лица, который увлажняет, успокаивает и освежает кожу. Это вот для тех, кто пишет: «Я кремами не пользуюсь», вот это средство очень даже подойдет. Это такое легкое летнее предложение. И на следующей странице представлены маски скраб для жирной кожи и для нормальной кожи. Вот для нормальной кожи я от этого скраба на основе алоэ веры и кокосовой воды, которая очищает и увлажняет кожу, сужает поры и дарит коже здоровое сияние, я просто в огромном восторге. Я его беру, я ним наслаждаюсь, и такой кожи, как после него, я не знаю, получить, просто умывшись мылом, невозможно. А для жирной кожи, ну это, конечно, вот тоже прекрасное средство, но так как у меня жирная кожа не везде, у меня больше все-таки комбинированная, мне оно немножечко не совсем как бы подходит, хотя я ним тоже пользуюсь успешно. И на следующей страничке у нас еще есть третья такая масочка, она с овсяночкой, именно которая успокаивающая. И там, кроме овсяночки, содержатся ягоды годжи. Тоже прекрасная маска. Она прекрасно успокаивает кожу, увлажняет, насыщает ее. То есть тоже прекрасный вообще продукт. Вот эти две маски смузи я не пробовала, но я думаю, что они не менее классные, чем вот эти. Эта серия вообще мне очень сильно нравится. Она очень бюджетная. Она вообще, ее может приобрести любой. То есть она не особо дорогая. Она подходит многим типам кожи, многим типам возрастов. И да, она, возможно, не решает те проблемы, которые решают другие серии. Но эта серия поможет вам в уходе, если вы себе не можете позволить что-то более дорогое. Она очень достойная, она очень хорошая. И главное, что для некоторых является это бюджет. На следующей странице мы продолжаем говорить о природе, о экологии, о заботе о нашей земле. И здесь нам представлена эко-сумка, такой вот шопер, сделанный из хлопка, джута и металла. Джут – вот это вот нижняя часть ткань, и верхняя, более светлая, это хлопок. Сумка такая не маленькая, 30-40 на 10 сантиметров. И кружечка, которая сделана из пробки и пропилена. Я такую себе не планировала брать и не буду, но в качестве аксессуара для каких-то съемок ее можно, конечно, было бы взять. Так, в использовании куда-то в дорогу, я не знаю. Я обычно беру какие-то такие термосы или термокружки, которые закручиваются, и меня вполне устраивает, потому что там сохраняется как тепло, так и холод. И вот мы с вами добрались до новинок. Это тоже, смотрите, топовое предложение. Новинки, обновленные, новые у нас зубные пасты. Те ушли, навстречу им пришли более новая, то есть свежая зубная паста, которая стоит 199 рублей. Честно скажу, я не припомню, сколько стоила та. И также щеточка средней жесткости здесь представлена. Но вот щетки, по-моему, чуть подороже, чем были прошлые. И смотрите, обратите внимание, что здесь идет акция. Собери набор и получи всего за 259 рублей. То есть зубная паста плюс щетка. Данная акция действует при единовременном заказе любой зубной пасты на выбор и зубной щетки. Для заказа набора укажите два кода. И что нам говорят про зубную пасту? Что эта технология обеспечивает защиту всей полости рта.
это увлажнение, это чистые зубы и десна и свежесть нашего дыхания. И все это подтверждено испытаниями, как вы видите. Паста предотвращает появление неприятного запаха изо рта, и 84% это зубы становятся белее через 2 недели. А что же мы можем узнать про щеточку? Щетина средняя для нормальных зубов и десен с подушечки для чистки языка. И силиконовые вставки, которые помогают удалять больше зубного налета. Вот такое интересное у нас предложение обновленной серии. И следующее, что нам предлагают, это детская зубная паста и зубные щетки. На мой взгляд, зубные щетки, по-моему, те же самые, которые и были, остались. А вот зубная паста, она обновилась. И точно так же тут делают акцент на акцию, что собери набор и получи его за 229 рублей. Мамочки, если ваши детки не любят чистить зубы, приобретайте эту пасту. Она настолько вкусная, что ее можно просто съесть и проглотить как варенье. И дети ваши будут с удовольствием вовлечены в процесс чистки зубов. И вот мы добрались с вами до раздела такого интересного тоже такого предложения, где маленькие баночки с большими возможностями. Действительно, это правда, эти маленькие крохотные баночки, в которых всего 15 миллилитров средства, они у нас уже давно в каталогах, обновляются только с тем, что разнообразие ароматов, так сказать, вкусов. Здесь сейчас как раз нам представлен гранат, черника и розовое масло, то есть сделано из розы. И вверху нам показаны способы применения. То есть вы применять можете на любой части тела, которую нужно смягчать, увлажнять, защищать, освежать или успокаивать. Эти средства содержат пчелиный воск, витамин Е, эмоленты и эфирные масла мяты. Используют, вот как компания пишет, для губ, локтей, кутикул, стоп и других участков, требующих быстрого смягчения. То есть это правда, это суперское средство. У нас оно вообще никогда не выводится. Во всех карманах, во всех косметичках оно существует. И у меня, и у дочери мы всегда покупаем и пользуемся. И нам сейчас предлагают его приобрести по цене 100 рублей за баночку. Причем эта баночка, несмотря на такой свой маленький размер, ее хватает на, в принципе, долгое продолжительное промежуток времени. И, конечно, мы сейчас с вами добрались до коллекции Discovery. Это вообще коллекция, которая тоже нас не сходит просто с полок, так скажем, да, со страниц наших каталогов. Камчатка — это такой гель, который просто постоянно востребован. И второй гель тоже — это тропические фрукты, который пахнет просто тропиками. Обратите внимание то, что это большой объем XXL и по цене всего 149 рублей. Это просто действительно топовое классное предложение. И нужно в начале каталога уже успеть заказать, потому что к концу каталога этих продуктов может не быть. А это верный признак того, что они пользуются огромным успехом. И сбоку нам представлены также их коллеги, которые по 250 миллилитров. И смотрите, у нас сделана надпись, что это ограниченный выпуск. И предложение действует по 159 рублей сейчас. И мыло также идет без скидки. То есть это у нас будет, видимо, либо обновление, либо они уйдут у нас с прилавок. Но я думаю, что все быстрее это будет какой-то ребрендинг. Не могут они, это востребованные продукты, просто так уйти. Они действительно создают настроение, они тонизируют, они повышают нашу энергию. Потому что аромат этих продуктов, ну, не оставляет равнодушным просто никого. И на следующей странице мы видим точно так же, опять-таки в топовых предложениях. Это излюбленные продукты многих женщин. И когда-то это был один продукт, и теперь он расширился. У нас появился продукт уже, конечно, не в этом каталоге, а давненько. Для девочек и подростков рекомендован с 13 до 18 лет. Вот этот фиолетовый, зелененький — это очищение и комфорт. И желтый у нас — это период менопаузы, уход. Также уход после очищения и бритья у нас присутствует здесь.
это смягчающий лосьон. И эти продукты, я не знаю, стоит ли о них вообще что-то либо говорить. Мы уже, мне кажется, много раз про них разговаривали, что для интимной защиты эти продукты нам просто необходимы, которые будут сохранять баланс и не будут вызывать каких-либо раздражений, будут сохранять нашу кожу увлажненной, не пересушенной, не будут вызывать никакого зуда. Вот это про них. Они не способствуют этим признакам. Они только все улучшают, и все становится хорошо и замечательно. И эти продукты пользуются большим спросом. И у меня в том числе. У меня постоянно они есть в использовании. Для любителей кремов для рук могу сказать, что вот эти крема мне тоже очень-очень нравятся. И вообще я всегда уже говорила, делала обзор и говорила о том, что я всегда беру какой-нибудь крем в запасник, потому что крема очень быстро заканчивается. Вот смягчающий крем для рук с натуральным экстрактом персика, вот на данный момент я сейчас им пользуюсь. Это крем, который такой очень, он не густой, он такой более жидкой структуры, он очень хорошо увлажняет руки и делает их более нежными и приятными. А также мне нравится очень здорово вот этот вот питательный крем с маслом кокоса. Оно действительно ухаживает за руками. Здесь еще мы с вами видим восстанавливающий крем для рук Вера Алоэ и питательный крем с маслом и авокадо, который смягчает и увлажняет наши ручки. И нам делают сразу такую вот как закладочку, да, пометочку, что стоит брать эти продукты всего по 99 рублей. И в каждом креме 75 мл содержится. Очищающий гель для рук. Это гель, который содержит натуральный спирт, эффективно очищает кожу с кокосовым маслом, освежает и избавляет от бактерий. Я им пользовалась, мне это средство нравится, оно не пересушивает руки. Несмотря на то, что там содержится спирт, спирт этот натуральный. И он не работает, как вот все остальные обычные антисептики, которыми вы побрызгали, и руки сразу же пересыхают, необходимо мазать кремом. Этот нет, он так не работает. Но все же как бы рекомендуется после него также обрабатывать руки кремом. Дальше, смотрите, у нас идет серия для наших любимых ножек по уходу за ножками летом. Это нам необходимо. Нам точно так же по шагам рассказывают, что нам необходимо делать. Шаг первый – это охлаждение. Гель-скраб для ног с очищающими частицами, натуральными инстрактами арбуза и огурца – и отшелушивают и смягчают огрубевшую нашу кожу. Второй шаг – это освежающий и ухаживающий крем для ног с маслом ши и эвкалиптом. Честно скажу, пользовалась просто в восторге от него. Также есть еще у нас два первых и вторых шага. Это скраб с оливковым маслом и частицами оливковых косточек, которые отшелушивают кожу, делая ее мягкой и гладкой. Действительно, вот когда делаешь ванночки для ног и используешь этот скраб, такое ощущение, как я всегда говорю, как будто ноги раздели и они стали голенькими. То есть настолько классно все очищает, что появляется такая чистота и легкость, просто космическая. И второй шаг, это нам предлагают освежающий питательный крем для ног с натуральным экстрактом арбуза и огурца, который глубоко увлажняет, смягчает и охлаждает. Вот его я не пользовала, не пробовала, не могу вам ничего про него рассказать. Смотрите, с левой стороны нам представлена также пемза и шлифовальная пилка. Вот этой пилкой я пользовалась, она мне в принципе очень нравится, но она небольшая. У нас есть еще другая, еще более классная пилка, она большого размера. Ну как бы сейчас либо она будет, посмотрим дальше в каталоге, либо нет. И также вот здесь вот эта вот более усиленная формула, если вам нужно решить какие-либо проблемы, то обратите внимание именно на вот эту серию. Шаг первый – это отшелушивающий крем, который обновляет сухую кожу, стоп, и делает ее гладкой после первого применения. То есть, если у вас очень сухая кожа, то стоит обратить именно внимание на него. И шаг второй – это лосьон с легкой текстурой, который содержит гиалуроновую кислоту и увлажняет кожу стоп на 24 часа. Я честно могу сказать, что я эти продукты, да, покупала, потому что были некие проблемы с ногами, и я их использовала как
после ванночек, так и между. Действительно, все очень хорошо работает, очень хорошо смягчает. Это вот просто супер средство. И на следующей странице нам представлены дезодоранты. Дезодоранты очень тоже хорошего качества, прекрасно защищают. И все дезодоранты действуют 48 часов, и один из них 72 часа. Я из этих дезодорантов люблю вот то, что вот сейчас у нас в этом каталоге идет без скидочки. То, что выделено так вот мелко, это вот шариковые дезодоранты. Я их люблю, и мне почему-то кажется, что они защищают намного лучше, чем спреи. Или же рядышком с шариковыми стоят два кремовых дезодоранта. Мне лично нравятся шариковые больше. Но есть люди, которые любят более кремовую текстуру или же спрей. Вы можете выбрать то, что вам больше всего подходит. Что касается защиты. 48 или 72 часа, что выбрать. Это говорит о том, что если вы попали в какие-то такие условия, где не можете вы принять как бы душ или еще что-то, то вас эти дезодоранты отлично помогут и спасут. Вот. Но это не говорит о том, что вам просто не надо мыться. Мыться, конечно, надо, но это к тому, что если вы занимались каким-то спортом, если вы куда-то опаздывали, торопились, бежали, то вы можете быть уверены в своей защите. Теперь мы с вами переходим к следующей категории. Это уход за кожей. И уход за кожей у нас начинается с того, что представлена маска за 169 рублей из серии для проблемной кожи. То есть это, как правило, это подростковая серия. Она подходит для всех возрастов, ее могут использовать все. И в том числе наша молодежь, у которой начинаются процессы возрастные. И вот эта маска, как нам компания говорит, не только защищает, но вытягивает из пор грязь и себум. Представлены дальше продукты этой же серии. Они, в общем-то, такие же, как и были до этого. Просто у них изменился дизайн, стали они выглядеть немножко по-другому. Я могу сказать, что мы пользуемся этой продукцией и нам очень нравится. Особенно нам очень нравится гелевая формула с силициловой кислотой, которая успокаивает и уменьшает воспаление. То есть появившиеся прыщики, если помазать, то они действительно начинают проходить. И мы приобретаем почти полную серию. Мы также берем средства для очищения, для умывания. Она пенящая структура. Если кто-то не любит то, что пенится, то это не для вас. Но она прекрасно очищает кожу, убирает жирный блеск и не пересушивает кожу. Также мы берем тоник, который с салициловой кислотой смягчает комплексы и обновляет кожу и очищает поры и матирует ее. Серия тоже, в общем-то, я бы сказала, бюджетная, очень хорошая. И стоит на нее обратить свое внимание. Я не пользовалась именно этим аппаратом, поэтому я, в общем-то, свои ощущения вам передать не могу, но очень читала много хороших отзывов про этот продукт. И здесь есть сменные насадки, которые от времени использования необходимо менять. Поэтому, если вам интересно, обратите внимание на этот продукт. На сайте компании вы можете посмотреть, почитать отзывы про него и определиться, нужен он вам или нет. Также здесь есть капсулы для подтягивания лица серии Royal Velvet. Это вообще обалденная, прекрасная серия. У меня сейчас вот такой подтягивающий крем вокруг век. Я им пользуюсь и очень-очень довольна. На соседней странице нас встречает летний уход за кожей с Optimals. Это обновленная у нас недавно буквально серия. И здесь, как мы видим, глубокое очищение гель, который дарит чистоту нашей кожи. Дневной крем с SPF 20 и с витаминов Е. И маслом семян клюквы, который уменьшает пигментные пятна, защищает кожу от воздействия окружающей среды. Крем для век – это нежная формула, освежающая и осветляет, уменьшает отечность и темные круги, стимулируя микроциркуляцию благодаря конскому каштану. 100% женщин подтверждают, что патчи прекрасно себя показали. Я их не брала, поэтому не знаю, не могу ничего сказать.
И смотрите, на следующей странице нас встречают пробники, наборы пробников. Можно купить пробники из каждой серии и попробовать, и уже определиться, стоит ли вам их заказать или нет. То есть это тоже очень хорошая бюджетная серия. Пробники у нас представлены для комбинированной кожи, для сухой и для всех типов возрастов 35+. На соседней странице для всех возрастов и для всех типов кожи. Сыворотка с морскими постпребиотиками глубоко увлажняет и защищает кожу. Я ее хочу сейчас попробовать, потому что слышала отзывы и сейчас хочу сама зайти и посмотреть, сравнить формулу. Что формула практически такая же, как у сыворотки NovAge. И если это так, то это вообще прекрасное предложение, потому что это более бюджетный вариант с теми же свойствами, с теми же ингредиентами. И стоит на это обратить внимание. Также у нас здесь дневной крем с SPF 25, очищающее средство, спрей для глубокого увлажнения и ночной крем. Как же мы можем без него восстанавливать свою кожу, ее естественный барьер. Поэтому как бы полный комплекс по уходу за нашей кожей. А на следующей страничке мы с вами видим, это серия, без которой летом обойтись просто нельзя. Подпалить свою кожу, получить рак кожи очень легко. Для того, чтобы этого не случилось, нужно соблюдать режим прогулок под солнышком, если вы находитесь в отпуске или на море, и, соответственно, не забывать свою кожу защищать. Поэтому здесь нужно посмотреть, какой вариант подходит вам. Также у нас есть вариант для детей с SPF 50. И, конечно же, для защиты себя и своих деток стоит выбирать самую высокую степень защиты. И вот мы, смотрите, с вами добрались до серии NovAge. Здесь показано, значит, для всех возрастов и для всех типов кожи. И цвет лица мгновенно улучшается в 93%, как подтверждает по исследованиям. Это мягкий пилинг для гладкой и сияющей кожи. И обратите внимание, что этот пилинг сейчас в каталоге всего за 549 рублей. Также на соседней страничке это серия против пигментации для всех возрастов. Именно представлена комплексом, то есть вся серия по уходу и как в ней разобраться, что зачем нужно использовать, все очень просто. На каждом из флакончиков нарисованы маленькие квадратики. Один квадратик — это первое средство, которое вы используете, два квадратика — второе и так далее. Единственное, что у нас 4 квадратика на дневном и ночном креме. Но я думаю, что здесь разобраться будет совершенно несложно, что утром, что вечером. Также на следующих страничках нам уже представлены комплексы по уходу против первых возрастных признаков. Это серия «Энергия» для молодой кожи. Против морщин — это 30+, лифтинг — это 40+, и, конечно же, для женщин 50+, это регенерация. Если вы являетесь партнером компании или же вы хотите приобретать со скидкой в 20%, то это сделать абсолютно несложно, но очень легко. Для этого вам нужно либо — у меня в шапке профиля есть ссылка, по которой вы можете связаться со мной и выявить свое желание приобретать дешевле на 20%. Я помогу вам пройти регистрацию, после чего вы сможете заказывать все продукты со скидкой 20%. Это очень выгодное предложение, особенно на дорогостоящих продуктах. Большая экономия до 1500. И кроме этого, вы будете участвовать в разнообразных акциях и скидках дополнительные, которые проходят внутри компании. Также вы можете, если будете заказывать по 150 баллов, в следующем каталоге выбрать любой продукт по цене 50%. И теперь мы с вами будем разговаривать о том, что там у нас были комплексные продукты, а здесь уже продукты, которые можно купить не комплексом, а отдельно, самостоятельно. Против пигментации дневной крем с защитой 30. Рядышком у нас стоит для молодой кожи «Энергия», тоже дневной крем, также с защитой 30. И вот, как вы видите, это все дневные кремы по каждой категории для женщин. Вы их можете купить
Вот от этой цены, которая здесь показана в каталоге, 50% скидкой, если оформите регистрацию. На следующей странице нас встречают также по категориям ночной крем. И каждый может подобрать для себя тот, который ему необходим. Что мы видим следующее? Это идет дополнительный уход на Veg. Это к основному комплексу идет вот эта дополнительная серия. У меня есть видео про то, как я рассказывала про эту серию, когда она только вышла. И здесь прекрасные продукты. Сыворотка, концентрат, вот эту я не использовала. Но кто уже попользовался, дает у нас классные отзывы. Потому что она действительно отлично работает и подтягивает вашу кожу, разглаживает морщины и делает ее более эластичной. На следующей страничке нам напоминают о том, что у нас есть внутри нашего сайта. Тех, кто зарегистрирован каталог, они могут его посмотреть с маслами эфирными и подобрать себе и заказать. Также нам идет масочка на Veg. Я ее использовала и мне она очень нравится. Она действительно дает сияние и свежесть нашей кожи за ночь. И нам представлены две маски. Тканевая и обновляющая маска из биоцеллюлозы. Маски, в принципе, хорошие, достойные. Тоже, ну, эта серия, как вы понимаете, не совсем бюджетная, потому что она решает определенные проблемы. И вот вверху нам сразу же рассказывают, какая за что отвечает. И вот их три. Это интенсивно увлажняет, восстанавливает и наполняет энергией и сиянием. Вторая масочка у нас идет, разглаживает возрастные и мимические морщины. И третья, это которая обновляющая маска у нас с целлюлозой, мгновенно успокаивает, охлаждает и смягчает кожу. А здесь у нас на этой страничке слева идут продукты без скидок. Есть только внизу спонжи. На один из них только, на беленький, идут скидки. А все остальные продукты идут у нас без скидок. А с правой стороны у нас идет серия для всех возрастов и для всех типов кожи. Это тоже серия бюджетная, тоже неплохая. Я ее использую в зимний промежуток времени, летом я ее редко когда беру. Маска у меня есть, в принципе, круглосуточно, вот эта с витамином Е. Эта серия вообще, там акцент делается у нас на витамине именно Е. И ее можно использовать всей семьей. То есть это такая семейная серия. Здесь крем, средство для умывания и маска скраб 2 в 1. И следующее, что мы видим, это коллекция для нашей красоты изнутри. Это продукция Wellness. И она представлена первым из продуктов. Это комплекс морского кальция и витамина С. То есть мы все знаем, что кальций обеспечивает организм биоактивными и другими микроэлементами, которые необходимы для наших волос, ногтей, костей, зубов. Дальше нам представят комплексы мультивитаминов и минералов, которые обеспечивают организм 12 витаминами и 10 минералами, необходимыми для удовлетворения индивидуальных пищевых и физиологических потребностей как женщин, так и мужчин. Принимая эти добавки и питаясь, можно сбалансировать ваш организм. Он поможет поддержать энергию, иммунитет, состояние здоровья вашей кожи, метаболизм и общее состояние вашего организма. И обратите внимание, что любой комплекс всего за 1699 рублей. Этой упаковки хватает на 2 месяца приема. Здесь 60 таблеточек. Вот этот курс для увлажнения кожи я сама лично не приобретала и не пробовала. Но, как нам компания говорит, состояние кожи напрямую зависит от качества косметики, образа жизни и питания. Компания нам говорит о том, что этот продукт, который усиливает эффект ежедневного ухода. То есть это именно увлажнение за вашей кожей изнутри, не снаружи при помощи кремов, а именно изнутри по нашим клеточкам.
Вот сама серия, так сказать, обширная серия Wellness, где я приобретаю для себя сухие вот эти коктейли в помощь. Очень мне нравится. Также я беру обязательно омегу внутри комплекса волос и ногтей. То есть вообще эта серия очень прекрасная. Также у нас есть омега детская и детские витамины, которые необходимы всем. И эта серия еще привлекательна тем, что если вы зарегистрировались на сайте, вы можете оформить подписку и получать четвертый продукт абсолютно бесплатно. То есть 3 каталога вы заказываете, 4-й каталог вы получаете его просто в подарок. И это не какой-то там обман, это действительно реальность, и я этим пользуюсь очень удобно. Действует единственное, что эта подписка не на все продукты. И мы с вами добрались до страничек для по уходу за телом и волосами. Сразу эта страничка начинается с детской серии. И здесь мы с вами видим Винни-Пуха. И у нас идет коллаборация именно с компанией Disney. Это так здорово, так мило. Дети любят этих персонажей, и они с удовольствием пользуют эти продукты. В помощь мамам, когда детки любят капризничать, они смотрят и с удовольствием принимают водные процедуры без капризов и без слез. Дальше идет наша профессиональная серия. Она мне очень нравится. Я постоянно использую шампуни из этой серии, кондиционеры и приобретаю маски для волос. И здесь мы с вами видим тоник против выпадения волос. Совершенно абсолютно недавняя серия. И она мне, кстати, очень понравилась. Защитный крем, сыворотка с эффектом климат-контроля. И средства для уплотнения волос. Это для тех, у кого тонкие волосы. Массаж головы легко очень делать таким вот небольшим массажером, который очень удобно держать в руке. Тут же нас встречают маски. Такие большие коробочки по 200 мл. Это ухаживание для окрашенных волос и для сухих поврежденных волос. Кто еще не попробовал, рекомендую попробовать. Очень хорошо помогают. И здесь из шампуней у нас шампунь против перхоти и восстанавливающий шампунь для сухих и поврежденных волос. На следующей страничке мы с вами видим косметичку и аксессуары для волос, которые помогут нам в укладках. Особенно вот для тех, у кого длинные волосы, обратите внимание на вот эти вот заколочки, инструменты, которые вот петелька для формирования прически. Очень интересные аксессуары, они действительно вам помогут. Очень хорошая такая большая косметичка, которая обладает термозащитой. И если вы идете куда-то на пляж, туда положить какие-либо продукты, чтобы они не подвергались воздействию жары, очень даже удобно. Что касается вот этих продуктов, я из них использовала лак и мусс для укладки волос. Мусс я использую всегда и постоянно, мне он очень нравится, прекрасно держит прическу. И здесь, смотрите, у нас идет акция, специальная цена на любые два продукта для укладки со страниц 78 и 79. То есть у нас здесь при покупке двух продуктов вы заплатите всего 349 рублей, при покупке одного продукта 479 рублей. На мой взгляд, экономия более 100 рублей. Очень интересное предложение. Дальше мы видим с вами краски для волос и расчесочки. Все, что может нам помочь в нашей красоте. Я использую здесь две расчесочки. Всего-навсего. Вот эту круглую я, честно сказать, не пользовалась. Ничего по ней сказать не могу. Можете написать свои комментарии. Я с удовольствием их почитаю и возьму себе на заметку. А я использую вот быстро, которая помогает сушить феном. Она такая вот массажная, с такими дырочками. И круглая расческа, средняя для завивки локонов. Мне они очень нравятся и очень помогают. И дальше мы переходим с вами к серии, где у нас идет серия мед и молоко. И здесь сразу обратите внимание, что скидка 50% на любые продукты при заказе двух. То есть заказываете два, получаете скидку 50%. И у нас здесь есть два продукта, которые очень похожи. Они отличаются только крышечками.
Это крем для рук и тела. И это маска для волос. Поэтому, когда будете приобретать, обратите внимание на это, чтобы не перепутать. И на следующей странице эта серия продолжается. Я здесь обожаю крем для рук. И мыло, оно тоже просто великолепно. Вообще, эта серия прекрасная. Она не пересушивает, она увлажняет и ухаживает. Это за счет экстрактов меда. Если, конечно, у вас на мед какие-то, либо есть аллергические реакции, то тогда, может быть, вам не стоит эту серию приобретать. А так вообще, эта серия просто великолепная. И на следующей странице у нас идет продукты для малышей. И тут неизменная акция, любые три средства за 1035 рублей, за исключением маникюрного наборчика. Здесь нам представлены странички, на которых нету скидок. Единственный товар, который у нас идет по скидке, и опять нам говорят о том, что количество товара ограничено, это крем для рук. Loving Care. Ну, и простите за мой английский, могла ошибиться. И этот крем мне, кстати, очень нравится. Я его часто покупала и не пользовалась. Тем более, это большой объем, 150 мл. Он предназначен для всей семьи, подходит абсолютно всем детям с 3 лет. Цена его 219 рублей, довольно-таки не совсем дешево, хотя это со скидкой, бывает и дешевле по акции. И также мы видим на соседней страничке тоже по акции товары. Это восковые для депиляции полоски. Эти полоски как предназначены для лица, так и для тела. Для лица они маленькие, узенькие, для тела, соответственно, они побольше. И для тела 8 штук, для лица 10 штук. И на следующей страничке мы с вами подобрались к модному макияжу. Это, наверное, для многих самый интересный бывает раздел. И нас тут встречают именно джордановскими румянами. И смотрите, нас сразу предупреждают о том, что румяных шариков Джордани Gold юбилейный выпуск в последний раз в каталоге. То есть они уходят, их больше не будет. И останутся румяны бронзер в шариках Giordani Gold. Есть румяны персиковое сияние и естественное сияние. Это, кстати, одни из моих любимых продуктов. У меня есть такие румяны. Именно естественное сияние я себе приобрела. И мне они очень нравятся. На следующих страницах нас встречает роскошное предложение. Тушь Giordani в 5 раз больше объема ресниц, эффективный объем и чувственный изгиб. То есть посмотрите, какая очень интересная щеточка. Как заявляет компания, объем и подкручивание туши Giordani нам обеспечены. Я эту тушь не пробовала, поэтому ничего вам сказать не могу. Цена, смотрите, довольно-таки классная. Это спеццена 299 рублей. Тут у нас есть акция. Потому что спеццена просто так не назначает. И почему? Чтобы получить спеццену на продукт со страниц 92-93 при заказе любого продукта из этого каталога, кроме этого разворота, то есть кроме туши и вот этой вот минеральной тональной основы, если вы приобретаете какие-либо продукты, или на сайте Oriflame период действия данного каталога, то вы можете приобрести эти продукты по специальной цене. Мне кажется, довольно-таки интересно это предложение, особенно когда нужна тушь или тональная основа. Тональная основа вот эта в баночке в стеклянной и наверняка с дозатором. Я сейчас вот просто, крышка стоит, могу немножечко плюс-минус ошибиться. Я думаю, что она с дозатором. И я люблю такие тональные основы, потому что не бывает ничего лишнего. Именно выдавил сколько нужно, и она не открывается, не попадает туда воздух, не проходит, не возникает никаких окислительных процессов. На следующей страничке у нас карандаши для губ. Это совершенство линий. Посмотрите, какие интересные три карандаша в трех таких оттенках, которые, я думаю, подойдут очень большому количеству помад. Это контурный карандаш для губ
И с одной стороны у него карандаш, а с другой стороны у него кисточка. И этой кисточкой очень здорово наносить помаду и ее растушевывать. Очень, кстати, интересное предложение. Единственное, что меня смущает, как бы не хватает какого-то колпачка вот для этой кисточки. И на следующей, на соседней страничке мы видим жидкие матовые помады. Помада Эликсир, Эволюция цвета, тоже Giordani Gold. Это люкс косметика. И несмотря на это, я все равно для себя, например, не покупаю. Я просто не люблю жидкие все эти помады. Они у меня как-то не очень ложатся. А для любителей, кто любит такой продукт, конечно, стоит, я думаю, взять. Тем более по цене всего 399 рублей. За люкс качество. И это все продолжается. Дальше у нас серия Giordani. Формула изысканного макияжа. Сияющая основа эликсир под макияжным представлена. Рассыпчатая пудра. Вот пудра рассыпчатая я, кстати, люблю. Хотя уже давно-давно совсем не брала. И, в общем-то, можно задуматься по поводу именно этого приобретения. Также нас встречает шелковая тональная основа флюид, удлиняющая тушь от Giordani. И все они такие, знаете, вот сбоку такие мелкие. И щипчики для завивания ресничек, которые, обратите внимание, размером 10 на 6,2 сантиметра. Также мы тут видим обновленный CC-крем. Он недавно вышел немножечко как бы другой. По-моему, немножко оттенки поменялись. Здесь же гелевая подводка для любителей подводки представлена вместе с кистью. И следующее, когда говорят, что летом я выбираю увлажнение и эффект второго сияния. Как раз когда солнышко пересушивает нашу кожу, нам увлажнение необходимо. Ощущение увлажнения кожи в течение 8 часов это, по-моему, то, что нам будет радостно и приятно ощущать. Тем более с защитой от солнышка SPF 20. Да, эта защита не очень большая, но я не думаю, что очень многие летом пользуются тональной основой. Если какое-то мероприятие, и куда-то нужно выйти, или какие-то съемки, то, конечно, она необходима. И для этого у нас есть вот увлажняющая тональная основа с защитой, которая нам поможет сделать коррекцию лица и стать более красивыми и привлекательными. Рядом представлена кисть для тональной основы. Я уже вам говорила, а может быть не говорила, не помню, честно, не буду врать, потому что я тональную основу наношу кисточкой. И я очень даже рекомендую не пожалеть эти 300 рублей, так скажем, 299 на эту кисть. Кисть просто волшебная и замечательная. Я уже пользуюсь не один год. Она не вылазит. Она прекрасно моется, очищается. Все с ней великолепно. Рядышком у нас также представлены мультифункциональный матирующий крем-тон для лица The One и мультифункциональный увлажняющий крем-тон для лица. Это вообще, на мой взгляд, прекрасные чудо-продукты. Это такая тональная основа, которая ложится просто вот, вот таким тонким слоем. При этом она скрывает все недостатки, выравнивает тон кожи. И она очень легкая, воздушная такая. Знаете, вот она в любое время года, мне кажется, она будет актуальна, особенно летом. Смотрите, какая у нас интересная страничка, какой интересный разворот нам здесь с вами представили. Кисть для контуринга и палетки для контуринга, в которых входит бронзер, хайлайтер и румяны. И на соседней страничке, это вообще, слушайте, прямо вот вырезать и сохранить для тех, кто не помнит или вообще не знает, на что мы имеем свою форму лица. И, как правило, это квадратное, овальное и круглое. И как, где именно для каждой формы лица нужно нанести, чтобы скорректировать и выглядеть намного привлекательнее. Здесь, смотрите, нам представлена новинка, набор бритв для бровей. Я, если честно, не готова воспользоваться таким инструментом. Если вы пользовались когда-либо, вообще не обязательно нашей компанией,
использовали. Расскажите свои ощущения, отзывы. Может быть, я их почитаю и тоже решусь на покупку этого инструмента. Но пока что как-то я не готова. Вот рядышком у нас тушь для бровей. Тоже нам представлена Зеван как новинка. Темно-коричневый, коричневый и светло-коричневый. Слушайте, я, честно сказать, в бешеном восторге. Единственное, что давно я не видела этого продукта. Это тушь для бровей. И как раз вот коричневый оттенок. Это то, что, например, нужно мне. Для тех, кто любит черное, или же мой коричневый просто не подходит, а подходит именно черный, тогда темно-коричневый – это ваш оттенок. Здесь на следующей страничке нас встречает помада для бровей, и я никогда не пользовалась, и ничего не могу сказать про этот продукт, поэтому с удовольствием почитаю отзывы и расскажу потом вам, что пишут другие, как отзываются о данном продукте. Или если вы сами пользовались, тоже напишите, пожалуйста, я с удовольствием прочту. И на соседней страничке у нас есть двухсторонний карандаш для бровей. Это, на мой взгляд, прекрасное средство, экономичное, надолго его хватит. Что здесь привлекательно? Темный грифель, он заполняет те участки, где необходимо создать густоту и создать какую-либо четкую форму. И светлый грифель выполняет функцию хайлайтера, визуально приподнимает линии бровей. А на следующем развороте мы видим, нам представлены инструменты для стайлинга бровей. Также нам представлены тени для бровей. Вот эти тени для бровей, я честно скажу, очень люблю. Здесь два ультрамодных оттенка, естественный результат и бархатно-матовый финиш. И кремовый воск для фиксации результатов. И следующее, что мы видим, это магнитная подводка и накладные ресницы. Также нам представлены стойкие тени карандаш во всех его цветах. Карандаш для глаз, тушь с экстремальным объемом. И все это такое очень маленькое, а его практически даже незаметно. И средства для снятия макияжа. Зато рядом на следующей странице нам крупным планом показывают стойкость и эффект распахнутого взгляда, объем, длина и подкручивание. И стойкость в течение 24 часов. Это же тоже из серии The One Touch. Вот такая у нее оригинальная силиконовая щеточка и стоимостью 289 рублей. И на следующем развороте нас встречают, посмотрите, стойкие суперматовые помады и также помады ультракремовые серии 5 в 1 The One. Мои, кстати, любимые, одни из любимых помад, вот эти вот The One. У них очень хороший большой спектр по выбору оттенков. Можно всегда подобрать себе помадку, которая вам подойдет и прекрасно выглядит. Она, эта помада, именно такая действительно кремовая текстура. Она не жирная и не сухая, она не пересушивает губы. Очень хорошо лежит и прекрасно за ними ухаживает. И хочу вам напомнить, что вы можете купить еще дешевле со скидкой в 20%. Для этого всего-навсего вы можете написать мне либо в комментарии, либо мне личным сообщением по одному из удобных вам способов. Для этого в моей шапке профиля есть маленький лендинг. Ссылочка на него вы там найдете, где есть все контакты. И я помогу вам зарегистрироваться, чтобы получить скидку в 20%. Также проведу экскурсию по сайту. Вы сможете участвовать в акциях дополнительных, принимать участие в розыгрышах. На следующем развороте мы с вами видим блеск с удобным аппликатором. И, как я вам уже говорила, я лично ими не пользуюсь. Но для любителей стоит его покупать и, естественно, использовать. Мультифункциональный бальзам для губ The One. Тоже вот это мне очень нравится. Прекрасный продукт, очень нежный и приятные оттенки. Также здесь, смотрите, нам представлена новиночка. Это для тех, кто любит, чтобы вот так вот все сверкало и блестело. Губная помада с эффектом сияния The One. И на следующем развороте мы тут уже заботимся о наших ручках и ноготочках.
У нас здесь представлена жидкость, которая бережно снимает лак. Совершенно она не бюджетная, и поэтому я ее не беру. Я не знаю, какая сейчас. Уже много раз вам говорила о том, что раньше она мне не очень-то понравилась, как она снимает, и я поэтому ее не использую. Масло для кутикул и ногтей вот в такой интересной, очень удобной, на мой взгляд, упаковке в виде карандаша. Ночная маска для ногтей и сыворотка для ногтей. Ночную маску я не пробовала, ничего вам за нее не могу сказать, но вот сыворотка мне очень нравится. Дальше у нас идут маникюрные наборчики из 5 предметов. Не могу сказать, что это очень классные, суперские предметы в наборе, но неплохие. Это такой дорожный вариант, который удобно иметь при себе, когда вы куда-то едете. Это маленькие, небольшие, зачем ножнички, такие же маленькие очень щипчики. Вот. И что касается пилок, пилки, конечно, ну я откровенно скажу, не буду ничего скрывать, что пилки я нашей компании не люблю. Я покупаю другие пилочки, другой фирмы, а наши не беру. Мне они, я как-то брала, мне они совершенно не понравились. А вот лаки мне очень нравятся. И обратите внимание, сейчас здесь вышло 4 новеньких оттенка гель-лаков с закрепляющим покрытием. Идет лак, и к нему идет закрепляющее покрытие. Закрепляющее покрытие — это не новиночка, это просто дополнительный аксессуар, чтобы закрепить сам лак, чтобы он у вас дольше держался. Лак держится порядка до 2 недель. Лаки классные, ложатся очень хорошо, и я думаю, что кому вот эти оттенки нравятся, то они идеально подойдут. И дальше нам хотят сказать, что нужно подчеркнуть наши глазки, сделать их более выразительными. Поэтому представлены палетки теней для бровей и век. Это 2 в 1. То есть здесь как тени, так и для стайлинга бровей. У меня есть такая палеточка, она мне очень нравится. Она не очень большая, помещается в сумке. Хватает ее порядочно надолго, если тем более вы не используете тени каждый день, то эта палетка идеально подойдет. Здесь нас также встречает подводка Kyle для глаз и двухсторонний карандаш для глаз, которые, обратите внимание, нам сразу говорят, что товар ограничен. Если кто-то из этих без этих карандашей не может обойтись, то стоит, наверное, прикупить. И на соседней странице серия On Color нам представлена 2 туши. Удлиняющая тушь для ресниц и объемная стойкая тушь. Также нам представлен бесцветный восковой карандаш для бровей. И идет у нас сейчас серия On Color. И представлены нам здесь консилеры, компактная тушь, матирующая тональная основа, которая впитывает сало и контролирует появление блеска. Легкое покрытие, которое скрывает несовершенство кожи. Это пудровый матовый финиш. Это именно матовая тональная основа. Хотела обратить ваше внимание. И также компактная пудра 3 цветов. На соседнем страничке нас встречает помада стандартная 4 грамма. Потому что у нас недавно в каком-то из каталогов была новиночка помада On Color 2 грамма, если вы помните. И карандаши для губ 3 оттенков. Тоже оттенки такие, посмотрите, универсальные, которые подойдут ко многим оттенкам помад. И цена этой помады всего 139 рублей. Вполне прекрасная цена. Да, это не люкс, но для ежедневного использования эта помада вполне подходит. Качеством она, я бы не сказала, что хуже. Абсолютно нет. Она тоже прекрасно ложится на губах, прекрасно за губами ухаживает, не растекается и не сушит губы. Касается лаков. Лаки серии On Color — это небольшие флакончики. Это мне нравится его преимущество. И посмотрите, какие разнообразные оттенки. Если кто-то скажет, что это фу-фу-фу, там не очень какой-то лак, то могу сразу сказать, у меня эти лаки есть, я ними пользуюсь. И да, наношу я их только в 2 слоя. То есть один слой недостаточно, на мой взгляд, а вот 2 вполне прекрасно. И тут же сразу нам представлена защитная основа
под лак и глянцевое покрытие. Также нам здесь, если вы обратите внимание, представлены трафареты для того, чтобы сделать французский маникюр или как-то нанести какой-либо узор и разнообразить свои ноготочки. А на соседней страничке вот то, о чем я и говорила, новиночка мини-помада, матовая губная, которая 2,5 грамма. На следующем развороте нас встречает продукция, которая в принципе почти без скидок. Сразу у нас вот здесь в уголочке выделены пробники адаптивной тональной основы с матовым финишем Zevan, которые были, мы в начале каталога с вами разговаривали. Тут же представлена палетка консилеров по скидке. Это вообще чудо средство, которое помогает скрыть различные недостатки вашей кожи. И что мы здесь с вами еще видим по скидке? Это раскладное зеркальце двойное. Насколько я помню, зеркала в Oriflame одно нормальное, другое увеличивает. И все остальные продукты у нас без скидочки. И мы с вами добрались до ароматов. И сразу же нам представлены ароматы. Для него это вдохновленной силой и стихией. Аромат Excite Force, который у нас фужерный, ароматический. И у него содержатся бутоны кет из дыни, иглы сосны и черной амбры. Это аромат средней концентрации, который прекрасно подойдет для ежедневного использования, чтобы никого не кошмарить сильными запахами и в то же время выглядеть свеже и ухоженно. На следующей страничке у нас встречает мыло, гель для гель-скраб, шариковые дезодоранты и тонизирующий гель после бритья. И также парфюмерный спрей для тела. Следующая страничка это также для него. И здесь для тех мужчин, которые понимают, что за собой нужно ухаживать, выглядеть хорошо, молодо. И это серия Novage для мужчин. Тут все очень просто, достаточно. Также на каждом продукте это комплекс сразу продается. И на каждом продукте указано, что зачем использовать. Первый шаг, второй шаг, третий шаг и четвертый шаг. То есть сложности и здесь никаких не должно возникать. И это те продукты, которые подходят для того, чтобы придать коже энергию и молодость. И следующее, что мы видим для него, это Possess The Secret Man. Вообще прекрасный аромат, мне очень нравится. И причем здесь, обратите внимание, фланкер стоит. И это древесно-фруктовый аромат с нотками леденящего аккорда шалфея и дуба. Это высокой концентрации аромат. И вверху нам представлен его тоже родственник, это классика. На следующей страничке нас встречает мистер Джордани Аква. Это туалетная вода, которая является древесно-водной и содержит в своем аромате полынь, аккорд морской древесины и ветивер. Это аромат средней концентрации. Рядышком также нас встречает мистер Джордани. Страничку можно потереть, если у вас каталог на руках. И ароматический аромат фужерный, в котором содержится герань, грейпфрут и витертоп. Также средний аромат. И следующая страничка, это уже такой бунтарский стиль. Это опять-таки классика плюс фланг. Это туалетная вода Бизе Ленджент. Аромат средний, восточно-древесно-фруктовый. В нем содержится яблоко, кожа и бобы. И рядышком то, что у нас фланкер, это также средний аромат, древесно-ароматический. С нотками черного перца, гибридная лаванда и амбровый аккорд. И следующее, это говорит о том, что это настоящая дружба. Friends World for Him. Это средние концентрации аромат. Ароматический тонизирующий, содержащий в себе шведский плющ,
мускатный шалфей и бобы тонга. И рядышком скромная мощность. И смотрите, стоит ароматы, и вверху нам показаны два его же аромата. Просто у нас в этом каталоге собраны как-то фланкеры больше, да? Тут на распродажу. И это все ароматы средней концентрации. Это ароматически водный с нотками бергамота, пачули и кардамона. Вот этот аромат должен просто, я не знаю, всем, мне кажется, нравится. Бергамот и кардамон — это что-то восхитительное. И ароматы с яркой индивидуальностью. То есть здесь нам сразу представлены ароматы Glacier. Они сразу видно по своим оттенкам, насколько разнообразны. Значит, Glacier Ice — это амбровый тонизирующий аромат. Glacier Fire — это древесно-ароматический. И Glacier Rock — это ароматическо-фужерный, который такой более свежий, с нотками лимона, огурца и амбры. И на следующей страничке мы с вами видим излюбленный аромат многих женщин и мужчин. Это Excite by Dima Bilan. Он стоит 1159 рублей. И это ароматизирующий и тонизирующий аромат. Содержит дыню, чай и мох. Рядышком также представлен аромат Soul Fever Him. Это восточно-древесный амбровый с содержанием имбирного дерева, перца пири-пири и белого мусса. Переходим с вами к следующему развороту. И следующий разворот у нас туалетные воды без скидок. И единственная водичка, которая у нас идет со скидкой, это новенькая. Совершенно недавно, два каталога назад, она у нас появилась по цене 919 рублей. Это цветочно-зеленый аромат. Он очень нежный, он очень легкий, он такой весенний. Я себе такой приобрела, мне очень он понравился. Для каждого дня, для офиса он вполне прекрасно подходит. Поэтому я бы рекомендовала, в принципе, его купить. Для тех, кто любит свежие ароматы. И тут содержится мандарин, мимоза и белая древесина. На следующем развороте нас встречает восточно-ванильно-фруктовый аромат максимальной концентрации. Он стоит 2549 рублей. Это не просто туалетная вода, это духи, это парфюмерная вода All on Nothing. И посмотрите, какое исполнение. Тут сразу даже непонятно, что это вообще туалетная вода. Это какой-то клатч представлен. Такая вот богатая упаковка, очень интересная. И также эта парфюмерная вода представлена в мини-упаковочке 15 мл. Тоже такая изысканная упаковка. Это белоцветочный аромат с лепестками жасмина, мускусного аккорда и белой древесины. За 699 рублей. И нас встречает эта коллекция ароматов. Здесь у нас открывает эту коллекцию. Посмотрите, новиночка, которая была в прошлом каталоге. И я попробовала эти две новинки. Я хочу сказать, что вот эта вот синенькая из Swedish Experience Wild Hearts мне понравилась довольно-таки очень. Она такая вот свежая вода. И здесь написано, что это цветочно-водный, цитрусовый и ароматический аромат. Вот за счет того, что он водный, он действительно придает некую свежесть, легкость. И мне он очень понравился. Здесь присутствуют нотки дикого розмарина, мериса душистого и мускуса. Это аромат высокой концентрации. И смотрите, нам сразу же предлагают в подарок ароматный крем-масло для тела Swedish Spa. То есть все, что говорит нам о природе. А на следующей странице нас встречает второй новый этот же аромат. Тоже высокой концентрации. Это цветочно-древесно-ароматический с содержанием апельсина, пихты и березовой искры. Вот пихтой действительно пахнет, и это мне нравится. А в целом композиция букета мне понравилась не совсем. То есть,
что-то есть в нем такое, что меня немножко как бы раздражает. Поэтому я вот отдаю личное предпочтение первому, потому что он более и более свежий. И если вы приобретаете один из этих ароматов, вы получаете в подарок, все продолжает нам говорить о том, что в подарок получаем крем-масло. На следующей страничке это камелия в розовом золоте. Это максимальная концентрация аромат. И это белоцветочный, с содержанием жасмина, камелии, флёрд-оранж. Обратите внимание на упаковку, насколько он стильный, и крышка выполнена и покрыта золотом в 18 карат. И цена этого аромата за 50 мл 2200 рублей. Если вы держите каталог в руках, вы можете потереть страничку. И также хочу вам напомнить, что вы можете купить всю эту продукцию на 20% дешевле. Для этого всего-навсего вам нужно связаться со мной. Контакты есть в шапке канала. Вы переходите на мини-лендинг. И в мини-лендинге выбираете удобный способ связи для себя. Вы можете мне написать и изъявить свое желание. Я помогу вам зарегистрироваться. И вы будете заказывать любую продукцию по цене на 20% дешевле. Чем дороже продукты, тем больше у вас экономия. Также вы участвуете в различных акциях, которые проходят внутри компании, и много-много чем другом. Если вам более хочется подробно узнать эту информацию, пишите, я буду рада с вами пообщаться. И мы продолжим дальше смотреть, какие ароматы нас будут с вами встречать. Посмотрите, какой интересный разворот. Он такой какой-то глубокий, богатый, какой-то притягательный. И здесь туалетная вода. Мне она правда понравилась. Это восточно-цветочный аромат. Он высокой концентрации. Это тоже не туалетная вода. Это парфюмерная вода магнетиста. Во флаконе 50 мл и цена его 1800 рублей. И также хочу вам сказать, что при желании, когда вы зарегистрировались и делаете заказ на 150 баллов, то в следующем каталоге вы можете оформить и выбрать любой товар со скидкой 50%. И на следующем развороте нас встречают цветочные коллекции. Это Woman Collection. Это туалетные воды средней концентрации по 50 мл во флакончике. И одна из них у нас цветочно-мускусная. Это зеленые листья, белая сирень и гелиотроп. А вторая туалетная вода это цветочно-фруктово-древесный. Содержит сладкий миндаль, вишневый цвет и кедр. И цена этих ароматов каждого по 559 рублей. Я считаю, что очень отличная вообще цена для ежедневного использования. Прекрасные ароматы, чтобы ними попользоваться. И на этом развороте нам показывают туалетные воды. Наверное, больше все-таки такие молодежные, потому что нам сразу говорят «Расцветай вместе с Джойс». И обратите внимание, что здесь ароматы экзотической орхидеи, яркий иланг-иланга и свежая кувшинка. И данный аромат у нас 429 рублей за 50 мл туалетной воды. И обратите внимание, здесь вообще, вот мне кажется, классное предложение. Конечно, может быть, оно не совсем дешевое, потому что полноценную версию можно купить дешевле, чем вот эти менюшечки. Но если использовать в дорогу, еще куда-то, то эти менюшечки, я считаю, незаменимые вещи. Все такие ароматы, которые используются большим спросом. И среди них, кстати, новиночка, не совсем, наверное, новиночка, стоит, наверное, задуматься и попробовать. Это у нас обновленный аромат Divine, который цветочно-фруктово-древесный, содержит в себе букет фиалка, лилия, фрезия и сандал. И это аромат высокой концентрации. Рядышком стоит мой, просто я его обожаю, излюбленный аромат восточно-ванильно-амбровый с содержанием мандарина, гелиотропа и амбры тоже высокой концентрации. Рядышком представлены еще три аромата, которые также содержат высокую концентрацию. И вы при желании более подробно можете изучить здесь на страничках, какие же
ароматы в них содержатся. Это все 5 ароматов, которые пользуются всегда большим спросом у тех, кто постоянно приобретает и покупает нашу продукцию. Эти мини-версии всего по 8 мл. И, как я уже сказала, их удобно брать с собой. И, кстати, это именно те странички, где нам говорят, что это все выгодно приобретать. То есть заостряют внимание, что есть некая выгода. И на этом следующем развороте мы видим, что бриллиант чище воды. Это аромат средней концентрации Dare to Shine. Это восточно-цветочный. Содержит в себе зеленую грушу, цветок тиары и ваниль. И рядышком тоже пользуется большим спросом данный аромат. Это цветочно-водный, это ландыш, белые цветы и мускус. Также аромат средней концентрации. Дальше нас встречает аромат высокой концентрации. Это такой пикантный перец. Нам прямо все об этом говорят. И сам перчик. И флакон в таком интересном дизайне, да, и он перевязан такой вот красной ленточкой, что это жгучесть, это какая-то страсть. То есть это такой зажигательный аромат. И это парфюмерная вода, то есть это не туалетная вода, да, мы обращаем на это особое внимание, которое содержит в себе красно-смородиновый сорбент, острый перец и сандал. И рядышком совершенно такой какой-то противоположность. Да? То есть даже вот сами по себе картинки некая противоположность. Уже более такой цветочно-фруктовый. Это манго нероли. И тоже содержит красный перец, но он такой более спокойный. И тут уже говорят, что каждый аккорд этого звучания, букета, будет сочетаться с вашим настроением. То есть, знаете, такое некое возникает ощущение, что в зависимости от вашего настроения аромат будет меняться. Я его не пробовала, поэтому не могу сказать, но вот у меня из описания, которое нам дает компания, именно возникает такое ощущение. И это аромат высокой концентрации. И на следующей страничке нам представлен, как я уже сказала, мой любимый аромат, но это фланкер. Самый любимый аромат сбоку, такой вот маленький, классический. Рядом тут же показан парфюмерный крем к этому аромату. И идет его фланкер, который восточно-цитрусовый и цветочный. Содержит цитрусы ванили, красные линии и амбры. И это парфюмерная вода, это не туалетная вода. Это, соответственно, высокая концентрация. Все парфюмерные водички, они все высокой концентрации. Они не могут быть средней или слабой концентрации, потому что все-таки это парфюмерная вода, это духи. И следующая страница, это соблазнительно белый. Опять-таки нас встречает фланкер. Сбоку нам представлены классика аромата и его парфюмерный крем. Это вообще каталог вот фланкеров. Собран, да, здесь, то есть в этом каталоге у нас классика, она идет по полной стоимости, а фланкеры идут со скидкой. И опять это парфюмерная вода высокой концентрации, восточно-ванильно-фруктовая, содержание белой клубники, белых цветов и белого шоколада. Все такое вот белое, такое воздушное, все такое для легкой женщины, я бы сказала, девушки. И сам флакончик такой же, вот он выполнен, да, как в виде каблучка, но он весь такой легкий, нежный, весь воздушный. И посмотрите, какой разворот у нас с обновленной туалетной водой Divine. И нам тут сразу говорят о том, что набор в подарок при закате парфюмерной воды Divine, получите крем и дезодорант в подарок. То есть это получается у вас полностью такой комплект аромата, чтобы у вас не был дезодорант один, туалетная вода другая, крем третий. То есть вы будете полностью в этом аромате. То есть эта парфюмерная вода отличается от туалетной воды. Уровень концентрации ароматических масел в туалетной воде их 5-10%, а в парфюмерной до 20%. То есть ровно в 2 раза больше. Поэтому парфюмерная вода более стойкая. То есть Divine, я вот, кстати, не помню, старая это была парфюмерная вода или туалетная.
Честно скажу, не помню. А вот это сейчас у нас, видите, парфюмерная вода. Может быть, в этом и заключалось обновление. И девушка стоит в таком платье, так представленное, очень интересно. Эта водичка, отражение флакона и девушки, ее силуэта прямо вот такой женственности. И сама туалетная вода. И, как мы уже говорили, что это цветочно-фруктово-древесный аромат. Букет там фиалки, лилии, фрезии и сандала. И как раз основные ноты этого аромата – это лилия и фрезия. Флакон содержит 50 мл и стоимость этой новой туалетной воды – 1799 рублей. И на следующей странице, посмотрите, это все у нас выгоды идут. Какие оригинальные часы. Там говорят, время яркого преображения. Действительно ярко, действительно про время. И мне кажется, что в данном случае этот силиконовый браслет, такой вот он интересный, мощный, массивный, мне кажется, он должен растягиваться. Давайте посмотрим, что нам пишет компания. Цинковый сплав, стекло, нержавеющая сталь. Ионное покрытие из золота. То есть даже тут содержится золото. Диаметр циферблата 4 см. Размер ремешка 2 на 17,5 см. И эти часы стоят сейчас по специальной цене 1499 рублей. И давайте посмотрим, что же значит по специальной цене. То есть при заказе на 990 рублей из этого каталога или сайта вы получаете часы за 1499 рублей. Тоже интересная, выгодная и, на мой взгляд, акция, которой стоит присмотреться. И сразу могу сказать, что если у кого-то возникают вопросы, сколько раз я могу заказать 990 рублей, если у вас два раза вы заказываете на 2000, значит, вы можете две пары часов заказать по специальной цене. И каталог у нас завершает. Стойкий маркер подводка. Звант всего за 199 рублей. Посмотрите, какой тоненький кончик. Стрелку вы можете, я думаю, нарисовать любую по толщине. И вот такая интересная удлиняющая тушь с эффектом нарощенных ресниц Звант. То есть такая изогнутая кисточка. Тушь черного цвета. Написано, что содержит витамин Е. Тушь также недорогая, всего за 199 рублей. Ну вот и все, мы посмотрели с вами каталог. Я бы хотела увидеть и услышать в комментариях ваши отзывы, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие продукты вы хотели бы приобрести для себя, что-то вы, может быть, покупали, и у вас есть какие-то свои впечатления. Оставьте их в комментариях, я с удовольствием почитаю. Я думаю, что и другим будет тоже интересно. Возможно, это повлияет на их выбор в лучшую или, наоборот, в худшую сторону, но хотелось бы считать, что в лучшую. Вот. И не забывайте подписываться, потому что будет много интересного. Будем много освещать, рассказывать. До следующих встреч. Пока-пока.